кафедре основ конструирования механизмов и машин среди студентов третьего курса всех специальностей университета прошел конкурс на создание лучшего логотипа. Студенты реализовали свои идеи в различных программных продуктах. Представленные работы были сделаны в пакетах SolidWalk, 3D Max, Cinema 4D, Photoshop, Corel, Illustrator и в других. Конкурсная комиссия оценивала работы с точки зрения соответствия представленного логотипа профилю кафедры, эмоционального восприятия форм, цвета и композиции, а также оценивался творческий подход, креативность и инновационность идей. И вот эти вот логотипы мы отдали в том числе и на экспертизу профессиональным дизайнерам. Я сегодня уже некоторым говорил, что у нас в городе проходил до вчерашнего дня конкурс COO 2017, да, по-моему, на сегодня? Да, на котором наши преподаватели были на этой выставке, значит, и там было направление, как раз связанное с логотипами. То есть мы вот в том числе и, пользуясь их рекомендациями, советами, провели обезличенную оценку ваших результатов, ваших, так сказать, полученных работ. Подведение итогов проходило на кафедре основ конструирования механизмов машин в рамках открытого мероприятия. Заведующий кафедрой Зиборов Кирилл Альбертович охарактеризовал лучшие из представленных работ. Разные решения. Я не говорю, что они все, так сказать, в контексте, но они очень разные, интересные. Ну вот, посмотри. Значит, это самые удачные работы. Авторы работ победителей награждены ценными призами от нашего мецената, авторской стоматологии «Маэстро». Третье место у нас получило вот это. Вот. Значит, ну, знаете, я хочу сказать следующее. У Уолта Диснея есть хорошее выражение, что счастлив тот, кто умеет на мир посмотреть глазами ребенка. Вот нам кажется, что вот это вот такое вот настроение, вот оно передано в этом логотипе. И вот поэтому, к сожалению, автора этого нет. Мы просто показываем, что он получил соответствующий сертификат. У него, так сказать, конвертик тоже есть. Значит, ну и представителя его нет. Второе место. Значит, и соответствующий сертификат у нас получила ваша коллега. Да, вот. Аня Меркулова, это студентка третьего курса специальности горные машины. Значит, за креативность, за много векторов. Аня творческий человек, но... очень интересный взгляд, очень полярный, ну, согласитесь, вот эти вот ее концептуальные решения, они очень необычны. Вот. Ну, она такой человек. Первое место и тоже соответствующий подарок, значит, приз от нашего партнера, значит, это тоже староста, это тоже студентка группы ГМ-15, это Касьянова Антонина. Спасибо вам большое. Коллектив кафедры всегда готов к творческому сотрудничеству. С 2018-19 учебного года проходит набор студентов на программу подготовки бакалавров по специальности 132 материалознавства и на программу подготовки магистров по специализации промышленная эстетика и сертификация производственного оборудования.